Здравствуйте, я Шер Садыков. Пришел на практику. Раньше ты цветы приносил в дом, сейчас синяки. Так и у нас работа. Шер, я хочу для тебя знать. Дина, вот уже где твоя забота, вот. Я тебя никуда не пущу. А я тебя не спрошу. Кто руководитель сегодняшнего мероприятия? Тамада, конечно. Мать твою! Сейчас начать подворовый обход, любой ценой установить свидетелей. Где ваша учительница? А Дина Муратовна еще не пришла. Дина пропала. Как пропала? Он начал разделывать ее тело, как туши животные. Стоять! Ты себя гробишь сейчас! Не вовремя! Ты что, не понимаешь, что они уже это сделали? Дина! Потому что такие, как ты, не должны жить в этом мире. А какой он? Мир, в котором живешь.